Александр Николаевич, пожалуйста. Я хочу начать с хорошего и передать вам вот этот вот журнал, журнал «Сеанс», журнал, который создан, лучший журнал по кино и по исследованию современной культуры, лучший журнал в мире. Его создают в Санкт-Петербурге группа молодых издателей, молодых журналистов, исследователей. Во главе с Любовью Аркус я дважды выдвигал ее на государственную премию и дважды, к сожалению, проигрывал. Это выдающийся совершенно коллектив, но почти не поддерживается нашими государственными органами. Я член 4 комиссий, и выступая от комиссии по культурным правам, с таким, может быть, странным названием, но суммируя как-то вопросы, наверное, по прочим комиссиям. Комиссия по культурным правам самая неполитическая в Совете, но, по-моему, самая важная, на мой взгляд. И армия может проиграть, и государство может рухнуть, и только культура никогда свой народ не предаст. И это культурные права в конечном счете. Войти в Совет по правам человека я согласился, опираясь на то, что несколькими годами ранее вами был подписан важный для меня документ «Основные принципы развития культурной политики». Это документ, который включает абсолютно принципиальные, абсолютно все болезненные и важные и болезненные вопросы, и вопросы направления развития культуры. И я, конечно, сразу понимал, что мы будем иметь дело с региональной и федеральной властью, работая здесь. Комиссия работала в этом совете. Комиссия собиралась в Петербурге и в Москве. Несколько вопросов, которых мы касались. Судьба толстых литературных журналов. Определение судьбы музея Набокова в Петербурге. Вопросы авторского права в кино. Необходимость введения изменений в федеральные законы по культуре. Запреты показов. Проблемы запрета показов фильмов в России. Отсутствие внятной политики государственного телевидения в отношении молодого кино. Отсутствие квот на рекламу, на даже саму информацию о событиях в культуре и в киноотрасли, и в театральном деле на именно государственном телевидении. Усилий канала «Культура» и даже интернета явно не хватает. Остро звучит проблема градозащиты, этим мы тоже занимались. Сокращение общественных пространств во всех городах и враждебные отношения к градозащите со стороны чиновников всех уровнях, насколько я понимаю, во всех городах. И, к сожалению, к большому, я очень удивился, что даже в Москве отношение к градозащите гораздо тяжелее, чем у нас в Петербурге. У нас есть диалоги с властью постоянно, начатые при Валентине Ивановне, и это была принципиальная и важная работа. Создавались целые группы общественные, сейчас, к сожалению, стало гораздо хуже, но то, что по всей стране отношение градозащиты и администрации разного уровня, конечно, просто никуда не годятся. И в этом смысле я часто вспоминаю Олега Константиновича Руднова, которого любил и которому благодарен за все, что он для меня сделал в профессиональной области, по-человечески. И нам в Петербурге такого человека не хватает сейчас. Мы также думали, разговаривали, обсуждали проблемы культурной политики и администрации нашего города, Петербурга. В 2020 году в петербургском бюджете не будет средств на новые постановки в детских театрах, в драматических театрах, музыкальных театрах, не будет средств на гастроли, сокращается количество фестивалей, которые надо финансировать. И это в культурной столице. Обращаю внимание, что в бюджете культурной столицы, в расходной части бюджета, расходы на культуру составляют всего 2%. Зачем нам такая культурная столица? Является ли она таковой после этого? Мы знаем, что происходит решительное сокращение в вузах бюджетных мест. В том числе, например, вот в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения, который так не любит Министерство культуры, и где вот мне приходится сейчас вести режиссерский курс. Расходы на одного бюджетного студента во ВГИКе 314 тысяч рублей, а в Институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге 8 тысяч, в 40 раз меньше. И ни копейки не выделяется на техническое оснащение, этого вуза не хватает транспорта и так далее, и так далее, и так далее. И опять повышается цена за образование, за обучение. И я вынужден призвать вот руководство моей страны сейчас здесь отменить плату за обучение в первую очередь на факультетах художественных и творческих, на факультетах художественных вне зависимости от того, первое, второе или не знаю какое это образование. Иначе мы нарушаем незыблемое в Конституции. Не должно быть имущественного
и социального ценза. А это как раз и есть символ существования этого ценза. Никакие шукшины, никакие бондарчуки не появятся, потому что мы сразу ставим запреты на получение этого особенного изысканного художественного образования для людей, у которых нет этой вот экономической базы. Вообще Россия без доступного образования и просвещения при десятках-то миллионах пребывающих в бедности, вот мне как гражданину не нужна. Только развитие культуры, только развитие просвещения может постепенно менять внутреннюю ситуацию. И мы знаем, как много сейчас у нас происходит разных конфликтов, которые как раз во многом строятся на том, что не дорабатывает культура. После обсуждения в комиссии мы направляем учреждение столоначальникам наше прошение от совета. 30 дней они рассматривают и сообщают: ваше прошение рассмотрено, наше мнение другое, идите гуляйте. Совет может только рекомендовать, и, как мы все знаем, не имеет специальных полномочий, и его решение, в общем, можно так не учитывать. Чиновный люд это очень хорошо знает. Совет надо или распускать, или наделять все же какими-то особыми новыми качествами и особой новой ответственностью. Конечно, нельзя недооценивать могущество чиновного класса в России. Миллионы этих людей уже обучились водить хороводы вокруг президента, и мы видим это, как это происходило в Иркутске, да, когда вы 3 или 4 раза там были, а до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном климате. Чиновные решения часто вызывают у людей отрыбь от бездарности, отсутствия воли, страхом перед принятием самостоятельного решения. Откуда это в этих людях, я не могу понять. Может, вообще пришло время нам придумать новую Россию, заново придумать Россию? Вот что такое происходит? Осмыслить старые федеративные сталинские каверны, отпустить на вольные хлеба всех, кому не нужна Россия и наша культура, перестать оплачивать необузданную пассионарность кавказского сектора, переосмыслить статус звания Героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают? Политические вопросы чеченских ситуаций, на мой взгляд, неосмысленны. Что это было? Освободительная борьба или это был мятеж? Никакой дискуссии политической на этот счет не идет, а это очень-очень серьезная больная проблема, которая касается не только Чечни, но, конечно, всего Северного Кавказа, где развитие работы с молодежью, развитие культурных процессов практически не идет. Это мы видим. Ко мне неоднократно обращались жители Ингушетии. Народ, зажатый между жесточайшим чеченским сектором и осетинским государством, с уймой незалеченных военных ран, кажется, вот просто умирает. Многие пользуются неагрессивным характером этого народа. Как мне кажется, все, что я говорю, конечно, совершенно субъективно. И о реакции каких культурных прав реализации в Ингушетии можно говорить сегодня. Кино – нет, театр – нет, телевидение – нет, пресса – нет. Активные ингушские граждане находятся в заключении. Почему? На основании какой политической логики? Какая-то кривая логика. Почему нельзя разговаривать? Почему просто нельзя разговаривать с людьми? Некоторые молодые люди на Кавказе мне говорят: начнете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. У нас есть горы, у нас есть зеленка. Это и шутка, и не шутка. Мне кажется, что вообще существует, и который принципиальный кризис федеративности, как мне кажется, думают об этом специалисты или не думают. Я вспоминаю разговор с Борисом Николаевичем, когда он мне рассказывал, что когда он собрал молодых специалистов, которых он вводил в руководство страны, и дал им поручение конкретное по разработке новых моделей, как в новом государстве надо работать и что можно сделать, дал какое-то время, они пришли к нему и с пустыми руками. Он говорит: Шостакович писал музыку, не исполняли. Вы писали, снимали фильмы, ваши фильмы запрещались, Солженицына запрещались. Вы работали в стол, и спасибо вам за это.
А почему ученые люди, почему люди, у которых в руках интеллект, систематика какая-то, почему они не смотрят вперед? Или мы ничего не знаем по поводу вот того, как нам быть с построением государства? От многих государственных деятелей, в том числе занимающих посты, я много раз слышал, федерация, а она есть? Я говорю, вам, наверное, виднее, с моей точки зрения, как русского человека, есть и необходимо. Может быть, в какой-то другой форме, есть и необходимо. Мы вот сейчас обсуждаем часто ситуацию с Архангельском, и мне, как просто жителю Петербурга, просто стыдно. Когда Ленинград прорвал в муках блокады, русские северяне, архангелогородцы, сами замерзая и голодая, принимали наших беженцев, делились. Голод в Архангельске был не меньше, чем в Петербурге. Голод в Архангельске был не меньше, чем в Петербурге. Пришло время отдавать долги, но, на мой взгляд, я хочу призвать вас, господин президент, как ленинградца, защитить архангелогородцев от унизительного намерения московских людей, торопливо и бесстыдно мыслящих. Может быть, вообще назначить какое-то, определить какое-то время решительного экономического вмешательства в жизнь Мурманской области, Архангельской области, Вологодской области, навалиться всеми силами, строить дороги, не позволять сокращать медицинское обслуживание, расширять учреждения культуры, строить стадионы, строить новые вузы. То, что там происходит, это просто горько. Последнее. Был тревожный год, на улице вышли тысячи людей, многие из них ранее сидели по домам, но вышли. Молодые вышли. Если они вышли, значит, что-то не так. И мы все прекрасно понимаем, почему они вышли. Отсутствие внятного, систематического, политического диалога людей из разных мест, разного возраста, по разным темам, причиной тому. Но почему-то наше государство решило политический диалог перевести в уголовную геометрию. Почему? Я этого не понимаю. Не понимаю этого. Это ошибка. Государство не смотрит в лица молодых людей. Больше в спину, а то и ниже. Руководители должны осознать, что для русской молодежи есть два самых важных понятия. Два самых важных понятия – красота и справедливость. И еще – любовь и ответственность. Это я точно знаю, как человек, который преподает в ВУЗе в Российской Федерации. Я их хорошо знаю и люблю этих людей. И я хочу обратиться к вам, Владимир Владимирович, с просьбой, проведите встречу вот с теми самыми людьми, которые, некоторые из которых сейчас уже сидят в заключении, кто-то еще находится под следствием. Вот с теми двумя парнями из ростовского дела, которые сели на 6 лет строгого режима за пикеты, требующие от администрации города разобраться в расселении людей после пожара. Да? Владимир Емельянов, Никита Черков, Егор Жуков, Павел Новиков, Егор Лесных, Александр Мыльников, Максим Мартынцов. Эти люди не на свободе. Эти люди не на свободе. Поговорите с ним подольше, поговорите подробно обо всем. Я считаю, что они особенные, эти люди. Они просто особенные. С ними нужно начинать говорить, не отворачиваться, говорить на равных. Вы говорите с миллионом людей, с тысячами людей на равных. Пригласите их всех. Напоите чаем. Вот просто пусть они вам скажут все, что они думают. Я просто умоляю вас об этом. Они радеют за Отечество и ничего другого, кроме интересов страны, на самом деле у них нет. И, конечно, надо прекратить вот эту репрессивную форму взаимоотношения с молодыми людьми. Наша правящая партия никак не занимается политической практикой взаимоотношения на местах. Мы это даже по Петербургу видим. Ни на одном митинге, ни на одной демонстрации, ни на одном общественной акции по градозащите мы никогда не видели представителей ни нашего парламента городского, за исключением оппозиционеров, ни представителей администрации, где есть целый департамент по работе с молодежью. Но, соответственно, мы никогда не видели представителей правящей партии. Это как? Хотим мы того или нет, мы все равно уйдем, а они все равно останутся.
Извините, если это было слишком эмоционально и, наверное, Александр Ильич, мы с вами очень давно знакомы. Я целенаправленно, сознательно дал вам слово. Я хотел послушать ваше мнение по тем вопросам, по которым вы выступили. Я не сомневался, что вы будете об этом говорить. Мы с вами много лет друг друга знаем. Вы упомянули даже нашего общего друга, родного Олега, который ушел недавно из жизни. Мне тоже, так как и вам, мне жаль. Его не хватает, его не хватает. Да, я понимаю. Вот, значит, ну теперь по существу. Ну, начнем с таких вот вещей заметных, чувствительных. Вы сказали об активности людей, которые выражали свое мнение различными способами, в том числе и в результате публичных уличных протестов. Ну, я вам хочу сказать, и мы с вами это видим. Да во всем мире это происходит. Чем мы здесь отличаемся? Посмотрите, что во Франции сейчас происходит. А в США что происходит постоянно? В других странах? Владимир Владимирович, но наши молодые люди никогда не мародерствуют, ничего не рушат, не сокрушают. Они не жгут магазины. Они отличаются известной деликатностью. О! Да. Вот да? Вы сейчас правильно сказали. Пока еще, я не ошибся. Да. Вот. Александр Николаевич, ну мы с вами... бывает у нас так редко, но происходит, мы с вами с глазу на глаз иногда дискутируем, но просто здесь другой формат, и я попрошу вас дать мне возможность высказаться. Значит, вы правильно сказали, пока еще. Вы знаете, в чем дело? Вот здесь коллега тоже выступал, говорит, ну что там, не помню, по-моему, коллега Резник сказал, бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил? Ничего. Потом пластиковую бутылку? Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело. Вот в этом все дело. Значит, безусловно, надо поддерживать всех тех, кто с любовью и ответственностью, вы же сейчас об этом сказали, относится к родине. И среди людей, которые выражают свои протесты, много таких людей, которые искренне, я с вами полностью согласен, искренне хотят изменить ситуацию в тех или иных сферах нашей жизни к лучшему. Вот вы несколько слов сказали и о Кавказе. Это тонкая сфера, чрезвычайно тонкая. Там и безработица еще большая очень, особенно среди молодежи. И много других проблем социально-экономического характера. И как производное положение в обществе, значит, положение людей, там, особенно молодых людей. Можно ли придумать Россию заново? Значит, Василий Иванович, мы вас все любим, и я тоже. Ваше творчество, оно замечательное. Можно ли какую-то страну придумать? Можно. Россию можно. Можно. Вы думаете, она чем-то отличается от других? Ради Бога, за настойчивость, простите. Вот Россию можно. Мы в пути. Да. Мы в пути. Вот есть такой человек в нашей не так уж давней истории, господин Ульянов, он же старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были. Вот он придумал. Теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли про то, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал. Вот он создал структуру государственную, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась 1000 лет. Ну, придумал. Значит, я сейчас не буду в это вдаваться. У меня есть своя точка зрения на этот счет. Сейчас не место и не время излагать. Я, может быть, как-нибудь поподробнее изложу. Значит, мы должны опираться на то, что у нас есть и было. Мы должны опираться на русский народ, который тоже, это сложно составляющее понятие, русский народ. Вы сказали, русские, а какие русские? Не было до 9 века практически никаких русских.
Он складывался постепенно из многих этносов, прежде славянских, но не только, из угрофинских, из других и так далее. А у нас вот на юге, значит, в Каганате там всех евреями называли. Они вообще этнические евреи или нет? Есть мнение, что евреи разъехались, значит, по территории Европы, так? И это совсем не библейские евреи из этого самого, от Синая. А это этнические люди, не имевшие никогда никакого отношения к еврейству. Они просто исповедовали иудаизм в Каганате, который находился на берегах Азовского и Черного морей. И это тоже наш этнос, который русский народ все это впитал в себя. Это естественное развитие, помешать которому невозможно и не нужно. Но нужно, опираясь на все, что нам досталось из пластов этой нашей истории, глубокой, очень интересной и содержательной, конечно, анализировать, выбирая лучший путь развития на ближайшую перспективу, среднесрочную и на историческую. И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на наших людей, которые искренне, но ответственно относятся к нашей Родине. Можем мы ли это сделать? Можем. Как? Вы предложили вести диалог. Ну, правильно, конечно, обязательно надо вести диалог. Но нужно ли вести диалог, который по приговору судов оказались в местах лишения свободы? Они тоже наши граждане, и с ними тоже нужно знать их позицию, надо общаться с ними. Я согласен здесь. Но есть какие-то правила. Они установлены ведь не только в нашей стране. Вот посмотрите, вы упомянули про эти акции протеста. Я прекрасно отдаю себе отчет, что там очень много было приличных людей, которые, столкнувшись, а на каждом шагу можно столкнуться с несправедливостью. Ну, так устроено почти каждое государство. Поезжайте в те же Соединенные Штаты или в Европу. На каждом шагу там еще круче, чем у нас, эта несправедливость прямо фонтанирует, понимаете, из-под земли. Ну и что? Есть правила там определенные по проведению тех же публичных акций. Знаете, какие? Вот почти во всех европейских государствах за нарушение правил проведения уличных манифестаций или проведение этих акций без разрешения предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы. В некоторых странах, вполне демократических, в Великобритании 5 лет, в Швеции 10, в США 10. Неплохо. Значит, хорошо это или нехорошо? Вы понимаете, есть определенные правила, которые вырабатываются на основе практики их применения. Вот во Франции не было этого. Страна столкнулась с тем, что мы сейчас наблюдаем, ужесточает эти меры. Ужесточает. Я хочу опять вернуться к тому, что вы сказали о Кавказе. Очень тонкая вещь. Чеченский народ пострадал от тех, кто выдумывал новую Россию, так же, как многие другие народы Кавказа. Кто-то, не кто-то, а конкретные люди воспользовались этой исторической памятью о несправедливости, начали внедрять свои собственные идеи и подталкивать их для того, чтобы воспользоваться этим, использовать чеченский народ для разрушения нашей страны, России. А слава Богу, хватило из ума, здравого смысла, чувства самосохранения у самого чеченского народа, у многих других народов России, для того, чтобы мы прошли через очень тяжелые испытания, но все-таки вышли из этой кровавой истории. И если кто-то из них, вне зависимости от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться героем Российской Федерации. И наоборот, если тот, кто что-то сделал хорошего, но начинает нарушать наши законы, начинает корежить жизнь, мешать людям или создавать для них проблемы, несовместимые с пребыванием в обществе на свободе, значит, придется применять к ним определенные меры. Но все хорошо в эту самую меру, все хорошо при одном условии, если чувствовать, понимать, что в обществе происходит, и
со всеми людьми вести диалог. С этим я с вами полностью согласен. Но мы с вами еще неоднократно встретимся и поговорим. Да. Продолжение.